番号が午前2時ぐらいをお知らせします。そんな夜遅くまでニコニコを見ているニコ中に午前2時ぐらいをお知らせします。お知らせします。お知らせします。お知らせします。И всем привет на моем 184-м стриме. И мы продолжаем проходить игру Wings of V. Прям сразу подряд. Вчера прошли адский, просто адский уровень, на котором я потратил больше 800 смертей. По сравнению с предыдущими уровнями это очень много. И дошли до босса. До босса. Да. И привет, Покер. Привет, Фабино. Привет, Дефендер.
Да, это Сол Грин. В углу там, на фоточке. Так, запускаем его творение. Итак, 3000 смертей. Кстати, прогресс что-то вообще не увеличивается. 51%, по-моему, такой был. Походу, это по собранным предметам, что ли, рассчитывается, а не по прохождению. Хотя странно. Вот, ну и 19,5 часов проходим. Так, тут у нас какой-то босяцкий. Надо попробовать спамить, короче, одного. Хотя... Блин. Я что-то пока хз, как тут правильно уворачиваться. Но я хочу одного хотя бы заомнить, посмотреть, что будет. Нормас так. Не, надо пытаться, короче, уворачиваться нормально. Да что-то непонятно, если честно, как тут нормально уворачиваться. Вообще, наверное, лучше вот так вот, да, делать. А, нет, он меня, короче, урон, сами статуи урон наносит при прикосновении. Это не очень. Стоп, я могу вот эти убить? Или ни хрен... А, вот этот глаз могу убить, а пчелок не могу. От них только уворачиваться. Что-то жесть какая-то, что-то пока вообще не понимаю. Столько срани летают, что-то вообще охренеть. Пока вообще непонятно. Ну, как обычно, здесь на к боссу приходишь, кажется, вообще такая жесть просто полная. А потом проходишь постепенно. Да, блин, я не успеваю думать обо всем. Как бы там, типа, подпрыгнуть или подкат, убить вот это и еще атаковать самого босса. Ну, сейчас научусь думать быстро. Никуда не денусь. Блин. А, ну там можно было стоять просто. И все. Интересно, что потом случится? Просто один не будет атаковать? Ну, по идее, это легче станет, когда не будет одного. А босс обычно усложняется. Но у него, наверное, там еще какие-то стадии будут потом. Да я не... Ну вот, как-то не понимаю. Да что там, блин, вообще? Не понял. Она не хотела идти вначале.
Я же не успеваю следить за этими мухами, но это пипец какой-то. Я просто не успеваю за ними следить, они вылетают, и мне нужно сразу среагировать. А у меня как бы еще куча дел. Если бы только надо было за этим следить, это один вопрос. Но мне еще за всем остальным нужно следить. А каждая мне наносит целый хп урона. Да, 10. Ну, это типа это одна палочка. Да, а я напоминаю, что есть еще этот Думит мод. Это когда ты умираешь с одного удара. И его вроде бы как даже проходили там. Ну, но только ну не на демон моде, а на Mortal, по-моему, или на ангел. Ну, на ангел точно проходили уже с Думит мод. Ну, вроде бы, я так слышал. Ну, я думаю, там и не особо это так прям сложно будет. Потому что там все-таки... Ну... Врагов атаки проще. То есть, они там же не только от урона зависит или количество сейвов, а у врагов, у некоторых, сами атаки проще. То есть, прям отличается поведение. Да, то есть в данном случае Салгрин продумал сложность очень неплохо. А, оно в разном месте стоит. Ну ни хрена ж себе. Ну хоть увидим, что будет. А-а-а, он восстанавливается! И то есть вот это только урон как бы нанес основному хп. Удаляй. То есть мне нужно снести статую. Это потратит только немножко здоровья от основной полоски. Потом опять снести статую. Это еще немножко потратит. И так, ну, наверное, там до конца, или, ну, по крайней мере, не один раз. Причем, я так понимаю, вообще не имеет значения, какую именно статую. Но учитывая, что у них можно параллельно отнимать хп, то, в принципе, если я все три статуи забодаю, за, ну, как бы, в принципе, почти одновременно, то у него уже там мало останется. Надо, короче, главной целью сделать у ворот от этих вот. Ну вот я не пока вообще не могу сообразить. Не могу сообразить. У меня летают эти глаза, еще лазеры, как бы они тоже мешают все-таки. Как-никак. Да убейся ты глаз. Полная жесть, полная жесть. И почему-то я как-то глупо надеялся, что этот босс будет проще, чем предыдущий. Прыгай ты хотя бы. Сейчас снап придет и скажет, что а вот если бы можно было выбирать тип атаки, то было бы проще. И тут он будет прав. О, привет, Тор. Че, где пропадал? Диплом все? Ой, другая атака, че? Ни хрена себе. Так в смысле, Тор, ты же когда был еще, я же сказал по поводу кибергейма.
Сейчас на Твиче и Гудгейме задержка вообще смешная, там 10-13 секунд. Завтра защита, но ты все, да, готов, все подписано. Все ништяк, да? Ну не в ту сторону подкатился. Нет, ничего не сделал. Видюху-то купил. Там уже я видел, кто-то стримил этот Life is Strange, третий эпизод. Походу кто-то из твоих зрителей. Но я не смотрел, потому что я жду именно, когда ты застримишь. А как это выживать тут, чё? А, нужно вставать за пределы вот этих красных лазеров, да? Ага, я понял. Забыл сверить зачетку. Привет, лайкбот. Нет, я делал перерывы большие. Привет, Кадео, привет, Алиле. Ну, я думаю, что... Ну, я не знаю, как бы он не отчитывался о своих доходах, да, и количестве продаж. Но не знаю, как бы он-то особо ничего на это не тратил, кроме своего времени. Он же все сам рисовал, сам программировал, так что то он только время свое тратил, но не деньги. Вот насчет музыки не знаю, но по-моему, ну короче, как бы только время. Я думаю, какой-то что-то, ну это, в плюс она ушла, ну как бы. Даже, ну, как бы, если время перевести в деньги, да, то, мне кажется, в плюс она ушла, игра должна была уйти. Хотя, конечно, хрен знает, он несколько лет потратил на разработку. Ну, тут же еще плюс в том, что, как бы, это же не просто, вот, как бы, коммерческий продукт, который он, как на работе, делал, да, и все. Он же, как бы, еще ради удовольствия делал. То есть ему, я думаю, нравился процесс, и он доволен результатом. Вот, так что, как бы, кроме прибыли, то есть, ну, плюс он, я думаю, очень доволен то, что он вообще сделал игру коммерческую, такую завершенную. Прошел Doom без смертей. О, поздравляю, ништяк вообще. Среднявая, ну, как бы, в принципе, Тор... Ну так скажем, да, ну, специфическая, на любителя, но плохой я точно ее не назову, в принципе, это нормально. Но единственное, как я уже говорил на прошлом стриме, все-таки лучше, наверное, начинать с ангел мода, если не хочешь прям страданий. Ну то все-таки же эта игра коммерческая, да, она продается в Стиме. И как бы, ну, по идее, нормальный человек должен с ангел мода начинать, потому что, ну, вот это все-таки, это полная жесть. А что-то я не видел стрим, или, ну, наверное, ты редко что-то стримишь. Я, в принципе, ну, не то чтобы редко, я вообще один только стрим тебя видел. Как раз таки подумал, но когда ты не прошел. Блин, да ну... После Боши все ждали откровения. А, ну... Не скажу, что я именно этого ждал, но я просто ждал, да, сложной игры, как бы, и все. Но я не скажу, что я думал, что она будет прям очень крутой, то есть, нет, у меня не было таких, например, ожиданий. Ну, как бы, ну, то есть, в принципе, она оправдала ожидания мои, то есть, вот, примерно, как вот я ждал, примерно так и получилось.
То есть, ну просто неплохая игра, как бы, да, с высоким уровнем сложности. Как бы то, что будет физика не как в Айванах, это было давно очевидно еще по всяким видео там его и так далее. Пейнкиллеры бессмертие. Лол, у тебя только челленджи одни, что ли? Так что, Тор, значит, после защиты будет Life is Strange, да? Так ты не сказал, видюху-то купил или нет? Не-не-не-не-не. А, там еще я обо что-то задеваю. Да лол, тут обо все умираешь просто. А, почему не купил? Вроде ж собирался прям там на следующий день, когда мы с тобой разговаривали, а потом ты пропал. А, ну так я же тебе говорю, после защиты. После защиты. Ну то есть ты же завтра защитишься, но а потом время все равно не будет, что ли? Ненавидишь уже работу, но это, конечно, печалька. Так, тут этих выпускаем, да. Они быстрее, что ли, начали летать? Или мне кажется? Не, наверное, кажется. Или не кажется, ни хрена. Причем тут потянет, ну в смысле, или у тебя финансовые, что ли, вопросы, или есть время, то, ну, как бы, только время, то есть, ну, что, ты не найдешь время купить видюху после защиты, что ли? Так вот, даже в субботу там можно, там, после, ну, вместо работы, ну, в субботу, что не работаешь. Привет, Анозернеко. Да ну удаляй. Привет, блин, пока не могу ник прочитать. Кто-то там на Твиче, короче. Привет.
А потом они опять замедляются, по-моему, да? Доб пяша, не знаю, может, неправильно прочитал. Привет. Ну, понятно. Тор. Ой, что это? Вам это ничего не напоминает? Мне лично такое что напомнило. Ну ни хрена себе, я у него уже 4,5 снес. Ну короче, вы поняли, да? Я просто дурачок. И нахрен я стреляю какими-то шариками? Надо рубить мечом. Тратит до хрена хп. Да ладно, серьезно что ли? Только глаз тратит хп? Не, нет, хп тратит именно когда бью статуя. Ну то, ну так, тут-то да, пока еще бюрократия. Довольно-таки серьезно. Но вот сейчас я не буду стрелять в босса, только убью глаз. И посмотрим. Нет, это вообще не тратит хп. Вот сейчас еще один. Нет, не глаз тратит. А, я же говорю, когда статуи бью, это тратит хп. Вообще какая-то бесполезная атака. Блин, оно меняет теперь угол. Да, черт, оно меняет теперь. Но я уже снес 5 хп. Ну, знаете, что-то уже это... кажется, не так уж сложно. Глаз не доставляет столько проблем. Ну... То есть у него осталось меньше 5 хп. Ну, на самом деле, да. Так бы. Да ну, так... А, стоп, она всегда меняла разве направление? Что-то не помню такого. Да ну нахрен. Да ну. Лага... А включи Good Game. У некоторых Twitch начал лагать. Включи Good Game. К тому же на Good Game битрейт ниже. А, ну у тебя... Фу ты. Ну Тор, ну ты давно не заходил. Я битрейт на Twitch высокий поставил. На Good Game ниже. Там 2000 твои.
Тор не заходит, я расслабился, мол, можно стримить с норм битрейтом. Пека-пека. Да что ж такое-то, ну. Но это со звуком 2.5, да. Со звуком 2.5. Ну, это, ну, там, естественно, перемены, но сейчас тут просто видишь экшон на экране. Поэтому он как статичный будет работать, в принципе. Блин. 4,5 оставил. А, ну, 2,5 у тебя все равно лагает. У тебя, ты же вроде йоту купил, у тебя должно быть нормально. Или у тебя меньше, ну, не хватает. Не, что-то это плохая попытка. Давайте сразу минусанем. Что-то я глаз обсом тут это нафармил. Почему на... Подожди, почему на МТС? Ты же вроде на йоте сидишь, нет? МТС же начал эту фигню страдать с трафиком. А, я понял принцип. Понял принцип. Надо просто чуть-чуть сдвигаться каждый раз, и отгадаешь. О, слупок. Блин, лазер успел включиться, вот ведь не очень. Ну блин, ну надо посередине стоять. Так это, подожди, а почему МТС? Он же с трафиком начал тебе это, мозги делать. Ты же вроде йота хотел купить или купил, что-то я уже не помню. Там же безлимитка. Хорошая попытка. Блин. О. Меньше 3 хп оставил. Что-то не очень-то сложно оказалось по сравнению с предыдущим.
И то в конце я уже просто замешкался, начал тупо спамить. Так у меня архивные планы пока в нем... Ну все равно, режет же скорость-то, да? Я из Китая смотрю. ГГ лагает тоже, а Twitch вообще... А, ты в Китае живешь? Ну блин, ну ребята. Ну у меня Good Game 2000 на видео битрейт. И аудио не показывает. Ну, это надо останавливать стрим, чтобы показало. Но аудио, скорее всего, 192. То есть, ну блин, это для вас много, что ли? Ну просто большинство, ну почему-то большинство предпочитает на Good Game смотреть, поэтому я не хочу ставить слишком низкий битрейт туда, но это, ну как бы, кубить же будет, а на Твиче битрейт хороший, но это Твич. Ну как бы Твич для того, для тех, у кого нет проблем с интернетом, все-таки. Ну не знаю, вроде большинство там с этим нормальными на этом сидят. А для других Good Game, по идее. Ну просто я говорю, ну ставить там 1500 или что-то такое, ну мне кажется, будет совсем хреново. Ну можно, конечно, попробовать, потому что главное то, чтобы хоть что-то видели. Нет, это вот уже хреновая попытка. Прошлая была намного лучше. Да блин, ну это очень хреновая попытка. Пять мегабит в среднем или мегабайт? Опять ты МБ пишешь? Ну Тор. Ну пиши это, пожалуйста, нормально. Я не знаю, что такое МБ. Это, ну в смысле, это мегабайты вообще-то. Но скорость обычно в мегабитах. И что-то я сомневаюсь, что у тебя 5 мегабайт в секунду будет скорость. На МТС. Ну ты видел? Нету. Ну, по крайней мере, мне она не открылась. Ну просто ускоряется все. Я думал, что оно не заденет второй раз, ну типа успеет пролететь. Блин, задел, ну как? Не очень круто. Ну, можно попробовать что-нибудь замутить. Что-то он вообще нормально так такой-то. А, да забей. Никто ничего не понимает, когда защищает.
Да, ну что, меня задело, что ли? Да каким образом, блин? Блин, ну она тут начинает уже прям вообще спамить меня всем подряд. Спрашивать. Что-нибудь придумаешь там? Ну ей же, это, знаешь, набор стандартных ответов, типа. Ну, не знаю, выкрутишься как-нибудь. Если что, говори, что заказчику эта функция была не нужна. Да, чтобы... Да ну блин, а как так быстро убил-то меня? Микри. Ну нет. Да как? А чё, почему он неправильно делается? Блин, он всё делает неправильно. Да лол, ну бери ты любую видюху уже, ну чё ты, блин, это... Все ж покупают нормально, вот ты это запарился с этими дресселями, ну серьезно, что-то ты заморочился прям очень жестко. Ну блин, ну как говорится, ну сделай видюху, которая не будет свистеть тресселями. Я ж думаю, это не просто так они свистят, значит это, ну, не так просто сделать, чтобы не свистели. К тому же я говорю, я думаю, проблема очень сильно преувеличена. Она преувеличена там, где ты об этом читал, и плюс ты еще преувеличил ее в своих глазах.
Знаешь, вот никогда такого не слышал, чтобы там, знаешь, писали типа, вот там, у меня там на компе офигенский там звук, да, крутая звуковая карта. Но вот от видюхи там звук дросселей, да, все портит. Вот такого я что-то вообще не помню, чтобы это было. Если бы это прям такая была проблема. Привет, Инферно. Блин, ну это было не очень круто. Да почему он летает по-свински? Что-то он вообще не поддается. Блин. Что мне эта игра по стилистике напоминает, не могу вспомнить. Не знаю. Тихую, холодную и мощную. Ага. Разбежался. И при этом еще напиши дешевую, да? Чтобы уж полностью утопично было. Чтоб его. Ну так в смысле, Тор, если цена с роли особо не играет, тогда просто собери себе СВО. Она будет полностью холодная и будет полностью тихая. И как бы, ну любая, даже самая топовая мощная, она будет холодная, потому что СВО будет охлаждать просто охренеть как. Ну так что как бы вперед. Но стоить это будет дорого. Да ну.
Да что ж ты делаешь-то? Неудачный исход, вообще неудачный исход. 700 руб? Нет, это чушь. Там только водоблок будет несколько тысяч стоить. Ну или там, ну больше 1000 точно. Привет, Алексей Альферов. Не нравится игра? Ну извините. Мне норм. Да что ж ты? Но он не типа из ада, он и есть из ада, потому что, ну, по сюжету. Я же играю за ангела, и вот демоны что-то распоясались. К тому же Тор, если делать СПО слишком дешевую, то, во-первых, она не будет довольно эффективной, чтобы охлаждать хорошо. И тогда тебе придется на радиатор цепить эти кулеры шумные. Ну, потому что, чтобы вода охлаждалась. Есть еще вариант проточная вода, но тогда тебе придется вести трубы с сантехники. Но там можно холодную воду пустить, и это вообще будет. Никаких не нужно ни радиаторов, ни вентиляторов. Ни помп не нужно. Но правда, если отключат воду, то удаляй. Придется помпу включать. И плюс там чистить иногда нужно. Все-таки проточная вода, она же там с всяким мусором забиваться будет в водоблок. Но такие варианты есть, люди реально делают. Редко, но делают. Стоп. Старый радиатор. Это что, бесплатная вещь? Я не понял. Это не бесплатная вещь. Дальше. Помпа для рыбок. Это что, бесплатная вещь? Так говоришь, как будто это прямо у всех дома валяется и вообще, да? Шланг. Ну ладно, можно купить дешевый шланг. Дальше. Водоблок. Водоблок. Где это? Ты тоже из-под рыбок возьмешь? Так и говори, что ты можешь сделать за такие-то деньги, потому что у тебя уже есть какие-то компоненты дешевые, которые будут шумные, скорее всего, или слишком слабые. Ну вот. Но может быть и подходящие, я-то не знаю, в принципе, заранее. А, ну значит, это он тебе не прокачает систему ни хрена. Нет, водоблок. Не контейнер для воды, а водоблок. Ну блин, ты не подумал о самом главном, а как вода будет охлаждать просто, ну? Ты об этом-то не подумал? Что она просто будет цепляться, чтобы вода проходила? К тому же ведро не катит, там нужно герметичное. Ну, короче, это очень убогий вариант. Он будет очень хреновый. В смысле медный цоколь? А он к сокету к твоему подойдет? Как ты его закрепишь? И так далее. А, подожди, ты хочешь радиатор прямо на прост нацепить, что ли? Это чушь, я сразу говорю. Это очень маленький, он тебе... Твой коры пятый там или какой, он вообще не охладит.
Ну, короче, это бредовый идея. Еще с водоблоком за 200 рублей это удаляю вообще. Лучше боксовый кулер поставить, намного эффективнее будет, чем это СВО. То есть ради прикола можно такое замутить, но эффективность будет оставлять лучшего, мягко говоря. Оставлять желать лучшего, в смысле. Ну просто говорю, смысла нету. То есть СВО это как раз таки та как бы такая штука, которая ставится как раз таки, если деньги есть. Если денег нет, просто купи кулер и не парься. А если деньги есть, зачем лепить какой-то колхоз, который будет очень сомнительно работать и так далее. Тем более, я тебе говорю, помпа для рыбок не прокачает систему нормальную. А если у тебя там будет микрорадиатор с маленькими такими шлангами и вообще, то есть, с маленьким объемом воды, то ты думаешь, это будет хорошо охлаждать твой Корай 5? Я лично очень сомневаюсь. А, ну шумит, а ты вон, ты же говоришь, что... Ну, а смысл вообще СВО обычно берут, чтобы тихо было. А теперь ты хочешь взять от рыбок помпу, которая шумит там, как хрен знает что. Ну я же говорю, ну, как какие-то там минусы будут точно. Либо мощность помпы, либо шумность. У других компонентов тоже радиатор, вообще-то вилку радиатор обычно ставят на нормальное СВО. Он примерно длиной в корпус компьютера. Его выносят за корпус, естественно, потому что в корпус, внутрь корпуса он обычно не помещается. Да, ну... Блин, немножко пестит эта атака. Никак не могу нормально ее понять. Она как-то немножко по-разному действует. Ну это рекорд, это рекорд. Почти 2 хп оставил, чуть больше. Ты так думаешь, что ведро не нагреть? Ты поработай 4 часа на компьютере, на максимальном нагрузке, там, не знаю, поиграй в какую-нибудь там GTA, еще во что-то. Он все ведро тебе нагреет. Ты забываешь, какой нагрев идет на процессоре. Тем более с маленьким радиатором, то удаляй. Плюс, опять же, должна быть герметичная система. Если в системе будет воздух, то очень будет хреновое охлаждение. Представь, пузырек попадет в водоблок, и все. И что ты там думаешь, будет охлаждать вообще что-то? Да у тебя просто выключится от перегрева, и все. В смысле все ясно, но вообще-то
это уже практически, ну, не знаю, точно не начало игры, то есть это, я так думаю, даже конец игры, хотя я не видел, но уже я много прошел вообще-то, так что... Ну, вообще, да, если не в курсе, это игра от Солгрина. А если еще и не в курсе, кто такой Солгрин, то это кто больше сделал? Ну все, я круг. Ну, Тор, ну вот кто тебя просил? Дезморалишь здесь уже сильно. Я думал уже завершить эту игру побыстрее. Теперь, скорее всего, долго не будет следующего стрима. Так что, если думал реально, что ты обрадуешь, то нет. А тебе из крайности в крайность обязательно. Либо последний босс, либо далеко не конец, да? Ну, как бы еще есть и такие вещи, как типа следующий босс, может последний. И еще там что-то. К тому же я же в курсе, что я должен драться с тем чуваком, который избежал в самом начале игры. То есть он, скорее всего, последний босс и есть. Ну, по логике сюжета. Ну и этот, да, а вот предыдущий вообще был сложный. Офигеть какой. Да ну что ж, ну... На первых двух фазах вообще надо без урона проходить. Вот первый сейчас без урона пришел, на второй что-то заложал как-то жестко очень. Ну или с минимальным уроном хотя бы. Вот почему он сейчас на ту же эту зашел? Вот раздражает эта шняга. Я не понимаю, как предугадать нормально. Да Тор, да хватит уже, да откуда я знаю, две концовки или нет? Я не видел стримов по этой игре, я играю первый раз. Зачем спойлерить, какие-то концовки, сколько их тут, сколько до конца игры. Ну я же просил этого не делать еще давно. Ты знаешь, как я отношусь даже к минимальным спойлерам? Которые даже другие все люди на свете не считают за спойлер. Хотя вот я узнал, что Defender примерно так же относится. Да, очень сильно отличается от Bosch, ну, совершенно другая механика, ну, просто другая. То есть Bosch это связывает только то, что, ну, как бы, бесконечные жизни,
начинаешь с сейва, который прям по пути тебе попадается на уровне, и все. Больше с боссом ничего не связывает. В принципе. Вот опять эта дурацкая, блин, атака. Ну надо же, без урона. Да ну как об этот глазик можно было попасться-то? Очень начинает много говна всякого летать. Да охренеть, как это попасть нормально? Я не понимаю просто. Это вообще не спойлер. И что, что тебе какая-то игра понравилась? Или затянула? Ну и что? При чем тут спойлер? Ты специально, что ли, опять, не знаю, пораздражать хочешь? Ну хз, я не знаю, для чего ты так делаешь. Ну, типа, позарастует то, что вот, если меня там какой-то спойлер раздражает, значит, теперь надо все подряд называть спойлером, да? Ну, я не знаю, по-моему, не очень умно. Я понимаю, что многих, наверное, как бы, может быть, многим не нравится мое отношение к спойлерам, да? Но вот так вот. Оно такое, какое оно есть. Не обязательно теперь все подряд называть спойлером. Да блин, как эту атаку нормально проходить? Тут раз-то раз не приходится просто. Ну это все можно сливать. Удаляй. Да, пиксель, ну, грубо говоря, пиксель, да, есть. Ну, условно, конечно, там не прямо речь о пикселях, но очень тонкие моменты, да, есть. То есть реально есть сложные моменты, на которых ты запарываешься, сидишь и пытаешься пройти. Подставы, ну, именно подставы, как бы такие тролльские, ну, минимум, ну, практически, ну, мало. Один урон получил. Нормально, кстати. Это неплохо сейчас. Ну вот это вот было зря. Это было не нужно абсолютно. Абсолютно ненужный урон. И вот этот тоже.
Ну охренеть просто. Просто повезло, что та атака, она зациклилась на одном позиции. А вот когда оно меняет положение, я не знаю, там видели, сколько циклов надо выдержать? Она туда-сюда, туда-сюда. Это офигеть просто. В босса можно как-то иначе пройти? В каком месте? Если, да, опять же, да, баги не брать. Всякие там, типа, что там, сейвами там градиус пропустить. Это в каком месте в босса можно другими средствами пройти к боссу? Ну вот предыдущий босс был, там как бы, ну, там не только заучивание. Он же, во-первых, рандомит атаки, и, ну, во-вторых, как бы они меняются, то есть, в зависимости от фазы. Не знаю, ну, как бы, по-моему, такая довольно притянутая претензия. Ну, именно, по крайней мере, по сравнению с Боши. Если, может быть, и сравнил с другими играми, то там ладно, но именно по сравнению с Боши, довольно притянутая претензия. Нет, это хреновая попытка. Да ну как можно было об это потратиться, ну? Да, тупо так вообще жесть просто. Ну, просто неудачное стечение немножко обстоятельств, я там увернуться не мог. Тяжело было. Мир ВВМ пройти можно вниз через баг. Еще раз, баги это одно. Здесь ты не знаешь, может тут тоже куча багов, их просто еще не открыли. Как бы, ну, баги считать за преимущество игры, это такая, конечно, вещь. Ну да, в Боше там на многих боссах однозначный уход от атаки. Ну куда башку-то подставляешь? Блин, это фейл был, ну ладно. Зато тут без урона. А мог бы вообще без урона. Да опять я об эту глазик задел. Ну это такое не очень. Блин. Много потратил слишком. Вот сейчас нормально получилось. Но когда как вот, честно, вот когда как. Нет,
нет, мало, слишком оставил, слишком мало. Скорее всего, не доживу до следующей атаки. Да. Я слишком много трачу перед третьей атакой. Почти половину там. Даже больше порой. Блин, задел таки. Да хорош об эти глаза тратиться. Так нелепо, да ладно, два, но это, ну, это, ну, это вообще не очень. Зато тут теперь нормально, ну, а, ну все. Ну все, я тут не знаю, как теперь попасть в колею. Тут если сбился, то это удаляю, вообще не понимаю, как. Ну, не, ну как-то оно вообще невозможно потом попасть. Я не успеваю сообразить. Ну я вообще-то видел атаку центра уже, и ты тут ошибся. Ты просто пришел уже, видимо, после того, как я его увидел. Просто я для себя нашел тактику, вот и все. Ну, Тор, то, что ты считаешь эту игру слишком простой, это еще не означает, что как бы другие хотят. Как бы. И так она достаточно сложная, а ты еще хочешь, чтобы они там что-то меняли. К тому же, ты видел этого босса на демон моде? Может быть, он там и меняет. Я-то не видел, не могу тебе сказать. Но мне кажется, ты тоже не видел. Ну, потому что вряд ли что-то уже проходило у нас на СК2 ТВ. Столько срани, столько срани, ну пипец просто. Надо было стоять на месте, понятно. Ну да смотри, ты видишь, сколько я этого босса уже прохожу? Сколько уже попыток потратил? Да хренище. Ну в смысле, если сравнивать с обычными играми, не с айванами, да? Это довольно много уже смертей. Вот. А если бы еще сделали, как ты говоришь, это бы усложнило бы, увеличило количество смертей. Ну, то есть, и так как бы сложность зашкаливает по сравнению с обычными там инди-играми. А ты хочешь еще сложнее на Mortal моде. То есть, как бы, если бы делали кандидата на самую там сложную босса там, ну, то да, там можно было кучу еще фишек придумать, таких, чтобы игрок страдал. Но, по-моему, достаточно сложность как раз-таки нормальная. Наоборот, даже, мне кажется, местами чересчур. Просто, как бы, если мы сравниваем с айванами, то да, там можно сказать то, что, о, вон в айванах там и по 1000 смертей, и больше на боссах. Но это все-таки как бы другая немножко игра, другого плана. Я не думаю, что она все-таки должна быть нацелена на то, чтобы здесь были прям 1000 смертей там на боссах.
Ну, по крайней мере, ну, на демон моде, наверное, и тысячи могут быть. Особенно с думит мод. Но здесь все-таки нет. Но опять же, Тор, тебе все это на словах классно, а ты не думаешь о разработчике игры. Ему это норм делать? Он и так эту игру делал, сколько там, 3 года, по-моему. То есть ты как бы просто говоришь, что ты хочешь, да, а, но ты не думаешь, какие это требуют ресурсы. Это тоже стоит учитывать. Да блин, лазер, ну. Задолбало. Ну вот как? Я не понимаю. Как тебя поймать? Так. Ну и все. Фигня тут еще не думает. В смысле разраб не знал, что произойдет? Как разраб может не знать, что произойдет? Но я еще раз говорю, рандом запрограммировать сложнее, чем статичные атаки. Тем более ты еще хочешь с анимацией, чтобы все было там, глаза перелетали или что-то такое, а не просто, чтобы рандомная атака выскакивала. Да что ж такое-то, ну блин, ну не прет. Ну это ты думаешь. А у человека есть такое понятие, как риск. И он готов на определенный риск идти или не готов. К тому же есть еще другое понятие. Это стимул и как бы энтузиазм. Знаешь, какой бы ни был хороший энтузиазм, когда начинается рутина там по созданию игры, например, он может очень быстро иссякнуть. Я удивляюсь, что Солгрину хватило энтузиазма на 3 года, чтобы создать эту игру полностью, довести ее до конца. Это очень круто, я тебе говорю, это очень круто, это нужно очень много мотивации и энтузиазма. И не важно, что там у него перспективы, что там он деньги заработает. Понимаешь, он это все делал бесплатно изначально, у него же не было изначального финансирования. Он это делал бесплатно, и не факт, возможно бы его игру никто бы не купил бы. Ну, такое же возможность. Или купил бы там пару фанатов, там, и все. И как бы за 3 года бы он заработал там, не знаю, 10 тысяч рублей. Ну, там, в евро, да?
И чё, это круто, что ли? А ты хочешь, чтобы он прям все свои силы на это потратил до такой степени, что аж прям пипец. Просто себя на это место не ставишь, как бы. Надо, чтобы нормально, ну, блин, рандомило вот следующую атаку. Да ну... А она не хочет, чтобы ее рандомило нормально. Ну, более или менее. Ништяк вообще. Блин. Повезло. Но у меня очень мало хп, конечно. Но она там очень все быстро летает, я как бы хз как. То есть, если бы я сейчас попытался даже уворачиваться, ну блин, там очень много всего полетит, я не знаю, как это все уворачиваться по-нормальному. Ну при чем тут Assassin's Creed-то? Хочешь сказать, это прям такая сильно штамповая игра? По-моему, тут довольно много интересных моментов. Как бы я лично не могу назвать даже сходу похожую игру, вот именно по сложности и по геймплею, именно нормальную, да? Не Айвану, который там не пойми как лепится, а нормальную коммерческую игру. Чтобы она была как-то прям похожа на это. Не обязательно стилем, а механикой, скажем, и сложностью. А по поводу Assassin's Creed, кстати, там же, в принципе, новое это появляется. Вот в третьей появились эти бои на кораблях. И я тебе скажу, это классная штука. Это не какая-то банальщина. Это реально классно сделали. То есть не замечать этого, говоря, что там только одни штампы и клонирование друг друга, это как-то очень неправильно, я считаю. Это реально классную штуку сделали. И несмотря на то, что там конвейер, не конвейер, не знаю, по-моему, это было круто. Ну ты можешь лучше микрить? Я не могу лучше микрить. Ну вот чем я пытался уворачиваться, так хоть лучше его заспамливать. Ну лучше заспамливать, честно. Вот. Когда пытаешься уворачиваться, только хуже получается. Ну единственное, только вот от лазеров уворачиваться и все. Не, нахрена столько урона.
Ну видишь, а других хочешь, хотя сам не можешь. А я же не назывался каким-то мастером микрежа, чтобы от меня такого требовать. Просто играю в эту игру и что? Да как от этого еще урон получает? Ну, зашквар вообще какой-то. Да охренеть, ну от этого нельзя урон получить. Да ладно, два! А, ну все. Потому что тут без урона вообще никак. Да, вот я тоже думал, что про штампы спорно. Затуп какой-то. Что-то, по-моему, слишком до хрена урона получил. Ха, а что если начать с правого? Блин. Мне кажется, довольно интересно справа начинать. Центральный вообще не очень. Блин. Да что такое? Ну удаляй.
Можно, конечно, вообще только правый бить, но тогда нужно ждать, пока он восстановится. Но тогда не будет этих полосочек дурацких. Вот не знаю, что лучше на самом деле. Но мне кажется, все-таки лучше, ну, вот как я делаю. Эй, чё их так до хрена? Ну, не знаю, и мне кажется, все-таки второй вариант лучше. Ну, то есть, именно начинать с правого, как-то, по-моему, ну, может, субъективно, конечно, но мне что-то больше не нравится. Да лол. Ну, это плохо, конечно, что я урон тут получил. Дурацкий тоже урон какой-то сейчас получил. Не, ну это... Ладно, даже не буду. Ну слишком много урона получил. Видно, что не проканает такая штука. Так. Блин, понятно. Немножко там плохо, что я прям, короче, когда вылетала букашка, я прям в нее появился. А нахрен нас этого начать-то? Так. Блин. Ну, мало здоровья слишком мало, конечно, осталось. Посмотрим. Однако. Ну, рекорд, рекорд. Одно хп осталось.
Ну, надо добивать, надо добивать, значит. Да, этот босс явно легче, чем предыдущий, все-таки. Как ни крути. Блин, я аж подумал, что там можно стоять. Ладно, это провал. Да нахрен я урон-то об глаз получил. Джин... Не микрится что-то, не микрится. Так, две фазы без урона. Ну, третью без урона уже, конечно, это мечты. Блин, ну стой ты на месте. Вообще ад какой-то. Сейчас. Погнали дальше. С одним уроном норм. Ничего страшного. Да ну... Да что у тебя?
Так хорош, ну так хорошо прошел и столько урона влил на этой, блин, дурацкой змейке. Пипец. Запорол отлично попытку. Оно меняется, оно не статичное. Оно же меняется. Нельзя просто взять и заучить. Надо микрить. Ну, короче, фейл. Вот сейчас я мог просто стоять. В другой раз я там не смогу просто стоять, но потому что мне там надо будет именно ходить, так как оно будет каждый раз в разном месте, ну, проход образовывать. Не, Думит мод нахрен надо, даже на ангел моде. Это пипец какой-то. Да господи, ну как об этот урон получать? Ну, удаляю просто. Задел таки. Это не очень. А вот это было, кстати, круто, если бы я сейчас тут выжил еще на вот этой атаке. Не меняется такие же свиспоты по крайним делениям средней желтой шкалы внизу. Не понял. Привет, Луки Бастье. Блин, я же не этого хотел бить, придурка-то. А, я не хочу об этом урон получать. Это глупая вещь, об нее не надо получать урон. Ну это, короче, удаляй, понятно.
Блин. Отлично. Засыспотился. Охренеть. Ну, блин, ну я уже тут хэзэ. Кстати, может быть, тогда все-таки имеет смысл начинать со змейки. Тогда у меня последней атакой будет атака глаз. И ее-то все всяко легче размикрить. Хотя мне все равно, ну, в принципе, количество змеек-то мне все равно такое же, да, вроде придется выжить. Ну ладно, давайте снова попробуем со змейки там начать. Посмотрим, что выйдет из этого. Но в этих глазах не надо урон получать вообще. Ни скорочки, ни одного. Вот так-то. Ну тут, блин, понятно было, я сам себя загнал. А вот это уже хэзэ. Ну, это плохо, но это... Ну, короче. Так, куда полетит? Ага. Так. Блин, зря последний урон получил. Мог бы не прыгнуть и не получил бы. Ну вот это, ну вот, ну класс, ну... Никчемный класс. Да лол, ну я его не убил. Ну... А, понятно, короче. Короче, мне вообще урон нельзя получить. А, я думал, он уже все, он что-то долгий. Тор, это не максимальный уровень сложности, это Doomed мод. Он включается на любой уровне сложности, на любом. То есть ты можешь выбрать ангел мод, то есть, ну, по сути, легкий уровень сложности, и включить Doomed мод. То есть ты будешь играть на самом легком, но при этом будешь умирать от одного удара. То есть это как бы опция, а не уровень сложности.
Не знаю, по-моему, внешне нормально выглядит босс. Ну, в стиле всей игры, по крайней мере. Ну вот, опять, когда начинается... Я думаю, не только на СКДА ТВ, я думаю, вообще никто не проходил. То есть даже там корейцы какие-нибудь. Вряд ли. Это слишком сурово. Ну, когда-нибудь пройдут, но мне кажется, еще нет. Надо, конечно, уточнить, но вряд ли так быстро. Все-таки это нужно очень много тренировок. Просто еще времени столько не прошло. Неплохо так. Блин, это дурацкая фаза, где я хрен пойми, где стоять. А, блин, тут CSPO, только не по центру, все. Я никак не могу его запомнить. Блин, а зря столько урона получил. Ну? Серьезно? Серьезно, ему один выстрел остался? Жесть. Жесть, жесть, жесть. Главное на змейки не тратиться, и все, будет ништяк. Вот там, если бы я не потратился на змейки, все, был бы пин. А там ведь был сейф-спот, просто надо было его найти. Вот он. Есть. Ну почти сейф спот, он чуть смещается, кстати. Ну а, ну в целом можно просто Так, это я не понимаю. Ага. Чуть-чуть смещаться. Да как так-то? Как так-то? Я ж так хорошо шел. Что-то мне, ну, немножко тут заспамили. Блин. А я думал, вообще хорошо иду. Я ведь на змейке вообще урона не получил ни на одной. И первые там, по-моему, три атаки, что ли, без урона прошел, блин. А в конце что-то залажал.
Ну, змейка, по крайней мере, не рандомная. У нее есть несколько вариантов, как бы, этих траекторий. Да что-то два урона уже получил. Честно говоря, уже попахивает плохой попыткой. Понятно. Никакого урона на первых, ну хотя бы на первой фазе. Да ну, ну ладно. Может, вторую без урона пройду хотя бы. Нет, а что там появилось? Ну, рестартить не буду, потому что, кто знает, вдруг там как-то очень круто пройду одну из следующих фаз. Блин, что за лаги? Лаги — это чит. Флагриновский. Не отгадал, что-то я траекторию букашки это. Да. Что-то я не понял траекторию. Вот совсем не повезло, но вообще такая хреновая на это попалась. Блин, тут же надо стоять. Опять сложил. Очень много урона получил, очень. Почти очевидно. Конечно, мог нарандомить, но нет. Получил таки урон. А чё, я жал, а оно не прожалось. Ну чё ты до хрена урона получил, слишком. Но опять же, может тут чем мы честно рандомим прикольную.
Или даже на скеле. Два хп у меня, два хп у него. У него пол хп. И он опять не убился. Почему он не убился? Может, надо обязательно статую добить одну? Ну, чтобы, то есть, иначе он не умрет? Тут уж не может быть, чтобы я второй раз не добил один удар. Походу, как бы недостаточно хп снять. Нужно, наверное, статую, может, добить. Блин, ну вот это вот было зря, конечно. Не, что-то хреновая попытка. Ну и хрен с ней. Но это совсем хреновая попытка. А вдруг у меня какой-то этот, не знаю, скилл проснется, и я на рандомле там без урона полбосса. Все равно рестарт равносилен смерти, то есть счетчики прибавляются. На первой змейке получить урон — это что-то с чем-то. А это что сейчас было? Сильно, конечно, зависит от того, как он себя поведет, то есть то я вообще без урона прохожу, то просто дохренище урона получаю. Вот, ну откуда эти глаза? Ну вот что? Почему здесь столько урона я получил? Еще в змейку не попал. Ну точнее, попал. Что? Во что я умер-то? Вот на первый даже получаю урон. Да ну, еще змейка.
Какое же оно все не очень-то. Уже должен был пройти босса. Я ерундой какой-то занимаюсь. Блин, опять урон получил. Половину здоровья на первой атаке. Классно. Опять урон начал получать. Что-то я начал урон вообще от всего получать. Досрочный резет не очень, но, ну блин, ну если сразу начало плохое, столько времени терять. Я, конечно, понимаю, что теоретически я могу там охренеть как дальше, да, нарандомить, но вот пусть я дальше нарандомлю охрененно тогда, когда у меня и начало будет крутое. Тогда вообще будет идеальная комбинация. Ну вот что это вот сейчас, ну что это? Ну офигеть просто. Вот недосрочный резет. Да хватит, да лол, ну вот это вот, это не резетить, но смысла нету. Ну нету смысла, половину жизни я потратил на первой атаке. Ну зачем? Зачем мне просто продолжать? Если я точно знаю, что я не пройду на этой попытке. Но этот, ну ладно, сейчас этот, может быть, и можно было не резетить, но просто первая атака не так много, что я прошел. То есть, ну как-то вообще не обидно. Ну, блин. Ну ладно, вот не буду. От одного урона не буду. Но когда я половину здоровья трачу на первой атаке, ну вообще нет смысла не резетить. Ну когда один урон, то ну да, согласен. Ну как бы я и до этого не всегда рестартил из одного урона. Хорошо, кстати, получилось. Ну как, ну не получает урон на этой хрени бесполезной. Ну, я согласен, но как бы есть очевидно совсем плохие попытки.
На самом деле, когда много хп, это даже не столько для меня сейчас психологически как-то расслабляет, а просто я, ну, надеюсь заспамить, быстрее нарандомить, и ведь шанс есть, и тогда я эти много хп не потрачу. А когда мало, то там уже, ну, как бы, особо надеяться не на что. Ну что это? То есть, по сути, я, когда много хп, я сознательно не особо берегу. Отчасти, конечно. Ну, я считаю, прям подставляюсь там, да, не стараюсь, но... Блин, а что-то она немножко не та фаза, которую я думал сейф-спотная. Хорошая фаза. Чуть-чуть только передвигаться надо. Блин, вот это было сложно. Нет, ты что тут идеальнее? Я просто хочу пройти. Дело не в идеальности, мне все равно, сколько у меня хп останется, когда я убью босса, мне лишь бы он помер. Да вот опять, ну вот это я буду рестартить, потому что у меня опять кнопка не прожалась. Я вот четко нажал ее. У меня он не выстрелил. Она. Это не очень. Я не хочу за чужие ошибки отвечать. Не знаю, может уже контроллер поизносился. Ну вот уже два урона получил. По просьбам зрителей не рестарчу. Получил просто дохренище урона за всего лишь две фазы, самые легкие. Ну, случайно я до сюда дошел, конечно.
Вот не получил бы я столько урона на первых атаках. Сейчас было бы получше ситуация. Хотя, конечно, вряд ли бы все равно даже прошел бы, потому что у него много еще осталось. Да, это сейфспот. Вот это сейчас норм, в принципе. Вот тут только урон еще не получу. Не получил. Да, вот это хорошая попытка. Да что ж такое, вот это вот хреновая попытка. Ну, в смысле, хреново эту фазу прошел. Вот это я сейчас зря, я получил урон от того, от чего не нужно было. Именно правого. Так чем дольше я не убиваю, тем больше всего у меня, дольше вся, у меня всякая жесть летит. Ты мне сказал про правого, я же с правого начал. Это вначале можно там, да, поуворачиваться просто так, а потом там, блин, очень тяжело уворачиваться. Ну, попытался уворачиваться. Блин, вот если бы на лазер не попал бы, было бы вообще круто. Так. Блин, ну я не знаю, но там уже было, я старался ее не только спамить, но и как-то уворачиваться. Но это просто жестко было очень. А, ну давай, удачи, Инферно. Ну, она в Стиме там недорого стоит. Хрен с ним, ладно, не буду рестартить.
не очень получилось. Ну вообще не разгадал, вообще не разгадал. Да почему этот глаз так хреново убивается? Меня вот это вот раздражает. Я в него, главное, еще издалека стреляю. Он мне успевает до меня долететь, хотя я в него спамлю и ближним уроном. И нанести урон успевает. Но вот это вообще не очень. Блин, еще глаз задел. Опять не разгадал. Два часа уже торчу на этом боссе. Ты себе заспамил, то получил по один урон. А из-за того, что пытался микрить, получил два урона. Нет, это перебор. Это перебор. Так, нормально. Что не так с ним на последней фазе? Ну что не так? Ну почему я каждый раз не выживаю? Ни разу не нарандомило, чтобы там было не так много всего. Или я просто торопиться настолько начинаю, что даже не могу себя контролировать. Вроде и концентрируюсь, и что-то не делаю.
Опять лагануло, но вроде не получил урон. Так, да, тут все спотно вроде. Да ну... Охренеть. Вроде победа так близко и так далеко. Хотя хрен знает, что-то еще сомневаюсь, что это победа. Потому что... Ну, я уже объяснял. Что-то я вроде два раза все хп снял и ни хрена. Ну, как можно. Да. Не хочет босс умирать. Не хочет. Или я не хочу пройти. Слишком мало здоровья, конечно. Но об это вот вообще нежелательно попадаться. Блин, лазер. Что-то как-то оно неправильно полетело. Ты что начал делать не то? Босс атакует неправильно. Я не так хочу, чтобы он атаковал. Промахнулся.
Да что ж ты. Опять не хватило, ну что ж такое-то? Ну сейчас видно, что у него там красненькое чуть-чуть осталось, совсем малость. То сейчас я именно точно не добил. Я даже уворачивался, уже все делал. Причем там уже даже у статуи мало осталось. Это была очень хорошая попытка. Несмотря на то, что по урону не рекорд, но попытка была классная очень. Ну, почти. Ну, рекорд, не рекорд, это уже не имеет значения. Ну, короче, я ему все уже сношу полностью. Опять лобануло. Блин, ну не успел. Да нахрен ты обо все задеваешь-то, ну. Не знаю, вот как-то вот прям бывает, вот некоторые фазы, ну не прет и все. Начинаю обо все задевать. И ничего не могу с этим поделать просто. Ну вот опять, вот ну, вообще сейчас вот не прет, вот вообще не прет что-то. До хрена урона получил, ну замечательно. Ви, я так рада видеть, что с тобой все в порядке. Мы придем right over. Ну, типа скоро, наверное, да? А, или прямо сейчас, наверное. Да, прямо сейчас я нас веду. Акрополис. Ангуиш. Это, видимо, какая-то локация. Перед нами. А.
финальный обстейкл перед тем, как мы достигнем логова. Ви, держи кристалл, ну, сохрани кристалл так, чтобы мы могли связываться, если мы разделимся. Вперед. Ви, пошли быстрее. Это должно быть питает вон те, ну, короче, вон те дыры. У меня есть идея. Как я ожидал, это позволит опустить эти, ну, убрать эти дыры. Ну, короче, на недолгое время. Я останусь здесь и... Ну, короче, отключу. Если ты, не знаю... А, ну, типа, не прикасайся к ним, если ты прибежишь, если будешь проблемно. Не, свяжись с нами, если будет проблема. Удачи, Ви. Сейф! Все. На сегодня программа выполнена. Офигеть, наконец-то. Ну что ж, на этом стрим заканчивается. Видимо, дальше какой-то будет интересный уровень. Теперь с новыми какими-то препятствиями. Ну что ж. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока. Увидимся на следующих стримах.